До Нового года остается все меньше и меньше времени, а значит, впереди та таинственная минута, когда надо будет загадывать желания. Вот я лично верю, что желания, загаданные от всего сердца, всегда сбываются. А ты знаешь, я с тобой соглашусь, причем скажу больше, у меня это всегда работает. Ну, правда, не всегда, началось где-то так лет с 25 условно. Когда ты научился загадывать желания. Когда я научился правильно загадывать желания, то есть не нужно загадывать что-то, ну, нечто фантастическое и явно несбыточное, а надо вот что-то такое реальное, понятное, причем так, чтобы ты сам мог приложить руку к исполнению этого желания, работает безотказно. Ну, мне все-таки кажется, что можно пожелать снега на новогоднюю ночь, и тогда, если желание сбудется, новогодняя ночь будет волшебной. Но вообще Новый год не только со снегом ассоциируется, там, елкой, мандаринами, но и, давайте уже признаемся, алкоголь и богатый стол. Вот как держать себя и как соблюсти меру? Может, не надо сдерживаться. А может быть, и не надо сдерживаться, тоже верно. Вот именно об этом мы поговорим с нашими гостями. У нас в студии Евгения Криковская, психотерапевт, нарколог Краевой клинической психиатрической больницы, и Ольга Ушакова, главный эндокринолог Хабаровского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот все-таки, есть ли какая-то мера? Ну вот давайте начнем с алкоголя, Евгения Витальевна. Вот мы привыкли, что такой стереотип, что в основном Новый год это шампанское. Вот есть ли какая-то доза того шампанского, которое, ну, можно выпить новогоднюю ночь с учетом праздников? Или это доза ноль? Ну, во-первых, не всегда Новый год ассоциировался с шампанским. Изначально, когда Петром Первым был введен этот праздник в нашей стране, это были балы и очень легкие вина, какие-то напитки, но никак не посиделки за столом. То есть это было движение, танцы и фейерверки на улицах. Медийный образ шампанского на Новый год сложился только в 60-х годах, после выхода фильмов «Голубого огонька», где вот ведущие как раз поднимали эти бокалы. Ага, телевидение виноват. Конечно, стоит ли, 50 лет мы это делали, может быть, что-то стоит начать делать по-другому. Ну, а если кто-то все равно настаивает, что шампанское обязательно в новогоднюю ночь, то бокал, два, в общем-то, я думаю, создаст настроение. А вот бокал, два чего? Вот самое безвредное все-таки. Сухие, полусладкие. Сухое, шампанское. Чем меньше сахара, тем лучше. Да. Да, но тут тогда перейдем к новогоднему столу. У нас очень большое количество блюд, и они с майонезом. Вот насколько это вредно. И вообще, есть ли такие блюда, от которых вообще стоит отказаться? В принципе. Ну, стол всегда, ну, традиционно всегда у нас такой большой, обильный. И всегда, ну, будем так говорить, все то, что мы туда оставим, это всегда все равно будет очень вкусно. И здесь все равно нужно соблюдать несколько правил, как бы там ни было. Ну вот я просто назову, потом перейду к майонезу. Хорошо. Я назову вот несколько первых правил, которые действительно нужно соблюдать. Да, 31-го мы готовимся к нему, мы в предвкушении этого праздника и думаем о том, что, ну, я свой желудок поберегу, он будет пустой весь голодаем для того, чтобы потом вот я сяду, и у меня как раз будет там много места, чтобы попробовать все. На самом деле этого делать нельзя, нужно не забывать о том, что желудок — это все-таки два кулачка. В общем, если хотите есть, прямо сейчас перекусите, лучше в течение дня, так же, как мы всегда встаем завтрак, потом должен быть обед, и должен быть, конечно, ужин. И не забываем, что переваривая, у нас проходит пища находится в желудке 1-3 часа, ну, в зависимости от того, что мы съели. То есть мы легко поужинали? Легко поужинали, приготовились, в принципе, к встрече Нового года. Вот, знаете, есть другая сторона медали, когда готовишь различные блюда, начинаешь кусочничать вот потихоньку. Вот тоже это... и кусочничать тоже не нужно, потому что, еще раз говорю, не забываем о том, что пища в желудке находится 1-3 часа. Как бы там ни было, но мы должны себя все равно к этому подготовить. И плюс еще голодный человек, он себя не контролирует. Вот это вот кусочница, как вы называете, да? Потому что, ну... Ты голодный, во-первых, когда голодный человек, он не контролирует даже себя, свое настроение. Потому что, ну, как бы там ни было, пища нам дает удовольствие с вами, хорошее настроение. И поэтому вот вы сели без настроения, потому что, ну, не было вот этого вот удовольствия. И вот это вот изобилие, все, контроль закончился. Угу. И а очень, знаете, быстро наелись. Очень интересно, у нас очень много всего на новогоднем столе. Много еды, много алкоголя. Все-таки что наносит наибольший нам вред в эти дни? То, что мы все смешиваем в одной тарелке, едим без разбора или просто потому, что мы начинаем очень мало двигаться. Ну, вот как раз вот два таких вот фактора. То, что мы мало двигаемся, потому что мы сидим, и нам надо все попробовать. И, конечно, вот это вот изобилие. И если говорить, то, ну, нужно как минимум все равно этого майонеза. Все равно, вот понимаете, вот это изобилие. То есть, ну, нужно подумать о том, что наша пищеварительная система, ну, она не готова всегда вот к такому вот изобилию. Здоровая система, да, и не надо там какими-то ферментами ее снабжать или добавлять, чтобы помочь переварить вот это все. Но нужно вообще следить то, что тебе кладут в тарелку.
Стараться ты действительно не перемешивать. Алкоголь. Начинать все-таки с алкоголя, согласитесь. Вот что касается алкоголя, ведь, как правило, люди себя оправдывают тем, что вот я вот недельку прям гуляю, да. А потом вот весь год вот трезвый, как стеклышко. Такое возможно? Либо как в случае с едой, так еще хуже. Люди, которые весь год трезвые, как стеклышко, они начинают ощущать плюсы этого состояния. Светлая, ясная голова. Тогда зачем, так сказать, ради новогодней ночи стоит ли выходить, так сказать, изменять самому себе? Ведь действительно есть люди, которые практически вообще не пьют, но почему-то в новогоднюю ночь считают, что это обязательно нужно. Ведь это совершенно не так. И как мы изначально подойдем к планированию этого торжества, так оно и пройдет. Если мы не будем покупать какой-то, создавать огромный запас спиртного, если мы не будем готовить 33 блюда. Может быть, мы, наоборот, более весело встретим Новый год. Ну вот если произошло так, ну случилось, переборщили и понимаем, что утром такое состояние, знаешь, что лучше... Егор, я бы хотел, наверное, начать даже чуть раньше. Уже не после того, как переборщили. Многие готовятся вот и к застолью, и к продолжительному распитию. Опытные люди, ну я помню, вот одно время были модные там очень угольные таблетки обязательно перед застольем принять. Борис потом Гребенщиков, кстати, рекомендовал. Потом я слышал, что кто-то, знаете, даже рюмку крепкого там... чуть ли не мизимом запивает. Вот что скажете по поводу такой подготовки к празднику? Ну, вообще лекарственные препараты, они предназначены для лечения. И они должны соблюдать ряд своих правил. Я сегодня буду говорить, наверное, об одних правилах. Потому что есть лекарственные препараты, которые нужно запивать только водой. Есть лекарственные препараты, которые нужно принимать только до еды, там, за определенный промежуток времени, там, через какой-то промежуток времени, которые есть, которые во время еды. И поэтому вот это вот намешивание, оно к добру все равно не приведет. А еще говорят... столовая ложка подсолнечного масла. Тоже вот, что она создает оболочку, и вы медленно потом меняете. Я не знаю, как насчет оболочки. Ну, то есть вот есть какие-то? Да, я не знаю, как или насчет оболочки. Такой, я думаю, оболочку. Что здесь будет совершенно другой эффект абсолютно, и вы забудете вообще про вот этот новогодний стол. Поэтому нужно быть осторожной ко всем вот таким вот рекомендациям. Все-таки нужно, наверное, правильнее. Ну, мы сегодня все грамотные, мы смотрим, очень много находим себе советов в интернете, и надо, наверное, выбирать то, о чем мы сегодня даже сейчас говорим. И мой коллега говорит сегодня. И точно экспериментировать не в новогодний вечер. Экспериментировать вообще не надо. Знаете, я подумал, самое главное удовольствие во время новогодних каникул не еда, не питье, общение, а возможно... Общение, мне кажется, все-таки нет, больше. Нет, возможность высыпаться по утрам. Высыпаться вот вы рекомендуете во сколько вставать, учитывая, что потом через неделю придется выходить на работу, да? Как психологически мы настроимся, к примеру, вставать в 10 утра, а потом вот опять привыкать обратно. Если организм уже имеет какой-то дефицит сна, отдыха, это как раз та возможность, когда можно восполнить этот дефицит, не ставя хотя бы будильник. А биологические ритмы, они все равно возьмут свое, и вы проснетесь... В то время, когда вы спитесь, да. Будильник спать до того момента, как сами проснулись. Как показывает опыт, даже без будильника ты все равно встаешь, как в обычный будний день. Но это первые дня два, а потом уже начинается по-другому. Я, наверное, впервые здесь, наверное, немножко не соглашусь со своими коллегами, потому что у нас все регулируется в нашем организме. И у нас есть гормон мелатонин, который определяет нам нашу потребность во сне и какое количество мы должны спать. То есть 7-8 часов – это та норма, которую мы должны. У нас нет такого, что если мы не досыпали, и вот в один день выходные легли, весь день отоспались, и все, воскресенье встали, мы бодренькие. Ни в коем случае, вы встанете еще, будете хуже себя чувствовать. Mm-hmm. Поэтому, как бы там ни было, мелатонин начинает вырабатываться, как только наступают сумерки, когда наступает темнота. Поэтому то есть режим есть. Поэтому в 11 часов уже все, мы спим, мы видим сон, потом наступает глубокий сон, который вот именно нам позволяет вот хорошо вот отдохнуть. А утречком мы встаем, Евгения Витальевна, но все-таки... Про последствия, да, вот очень интересно. Про последствия, да. И вообще, где вот та грань, за которой мы понимаем, что, опа, надо обращаться уже к специалистам, если есть проблемы с алкоголем? Если после новогодней ночи наступили какие-то последствия, то нужно разобраться, в чем они заключаются. Если утром после новогодней ночи болит голова, может быть, какая-то тошнота, разбитое самочувствие, это нормальная реакция здорового организма на то, что он отравился. Все-таки доза была превышена, это был уже не один бокал шампанского, а явно больше. И тут как раз вот и угольные таблетки хорошо, и обильное питье тоже помогает, и прогулка на свежем воздухе, и просто полежать, отдохнуть, организму восстановиться. То есть это реакция здорового организма. Если же утром
действительно болит голова, где-то небольшая дрожь, так сказать, в теле, и прием небольшого количества алкоголя улучшает самочувствие, то это, к сожалению, очень тревожный звонок. Это похмельный синдром, который является признаком уже имеющейся зависимости. Вы знаете, я всегда вот волнуюсь, учитывая, что я вчера еще была в бане, и там все обсуждали, что вот первые дни январские, всем обязательно в баню идти. На какой день можно идти в баню и через сколько дней после того, как вы все-таки выпивали? Вот как раз с учетом той нагрузки, да, которую мы получили и на желудок, и на сердечно-сосудистую систему. Систему с головным мозгом. Ну вот то, что как раз сказала Евгения Витальевна, то есть если нет вот этих симптомов, ну никаких проблем. То есть вы очень хорошо встретили Новый год, у вас нет никакого симптома интоксикации, что вы переели, перепили. Можно получайте свое удовольствие, идти, да, если у вас это вообще сложилось вообще в традицию. Угу. Пожалуйста, никакого, потому что вы получите уже удовольствие от общения со своими друзьями, вы будете рассказывать, что вы как встретили, и вообще какие интересные моменты в эту новогоднюю ночь у вас произошли. Ну вообще в целом можно сказать, я вот подслушал, в принципе надо вести совершенно нормальный образ жизни. Абсолютно. Да? Ни в ту, ни в другую сторону. Да? Абсолютно. Не надо кидаться во все тяжкие. Надо просто понимать о том, что новогодняя ночь, это, ну, действительно, это получение удовольствия. Это не просто там вот, что мы вот дождали. Мы же ждем этот Новый год, что вот оно сейчас, что-то новое в этой жизни случится, что какие-то новые ожидания. И не надо обращать это вот абсолютно перееданием, перепитьем. И еще, наверное, один маленький совет, чтобы все-таки не перепить. Но мы же говорим много о том, что как бы там ни было, алкоголь любой крепости, он приводит немножко к обезвоживанию. Ну, у него есть такой эффект. Поэтому стараться, алкоголь, да, лучше сухое, да? Ну, лучше запивать. Вы имеете в виду сухие. Лучше всего меньше градус, меньше объем. Между приемами пищи, то есть во время приема пищи, все-таки пить воду. Ольга Вячеславовна, вот вы сейчас подошли, наверное, к главному вопросу ни одного поколения: пить или запивать или закусывать. Вы, когда мы выпиваем, то мы все равно закусываем, но в промежутках между этим нужно все-таки употреблять воду. Слушайте свой организм. Да, самое главное, да, слушать свой организм, не нарушать привычный режим и, конечно же, беречь себя и задумываться о своем здоровье. Благодарим наших гостей. У нас в студии были Ольга Ушакова, главный эндокринолог Хабаровского края, и Евгения Крыковская, психотерапевт-нарколог краевой клинической психиатрической больницы. Спасибо огромное.